Ребятки, здравствуйте. А вот магнитола древняя. Это чистый японец Clarion с Nissan. Вот. Subaru, вернее. Это штатная магнитола с Subaru. Имеет она у нас средний УКВ. Приемник довольно неплохой. Сейчас покажу, как это работает все дело. Что принимает вечером. Так, сейчас покажу. На средних. مورد این کار صحبت کنم به هر حال این انتخاب شعر و انتخاب و کار رو بعدم حالا آقای دکتر هم در خدمتشون هستیم و سوالات تخصصی رو بیشتر ایشون بپرسم خواهش می‌کنم جناب آقا در خدمت شما هستم عرض حضورتون که این کار رو در واقع پس کنیرون دیاپازون خش مرگین نه من اخ ماینو مرگینی میذیم کل میلی اومانیم کل میلیم اومانیم Действительно, приемник хороший. Такой эфир чистый. Можно сказать, прозрачный. А и цель какая? Я хотел просто найти что-то наподобие Соньки. Но Сонька цифровая. И получается, когда я подаю, у них динамика у цифровых очень плохая. То есть, допустим, если нажать на передачу рядом, как, допустим, на цифровой, я нажимаю на передачу, вот здесь, гитер 1, и сигнал не пропадает. Цифровые, естественно, тухнут моментально. Вот, так что с этим у них беда. Так, ну FM. FM-то он принимает, но как бы завтра я хочу пока, это уже днем. Покажу днем, как он принимает дальние станции на УКВ.